Так, ну, в принципе, у нас то же самое все. Вообще все то же самое. Сразу нажимай, беги. Беги, 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 беги. Где век-то? Я не вижу, что такое. Стрелочка это. Р, Р, Р. Т, 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 тьфу, Т. Т. А, понял. Вот. Вот, видишь, ты сразу... Ты помнишь, Никита любит эти самые, кучу МГ. И вот здесь вот часто они нас МГ вот здесь вот зафигачивают. Нам надо... Главное, ты чтобы вот эту хотя бы точку взял. Только эту. Больше даже никуда не надо. Дальше будем просто сопротивляться, как бы все делать. Ну и минометиков сделай пару, если ты говоришь, у тебя идет, что из них пошло. Попробуй. Здесь вот пару минометов. Главное точку вот эту забрать. Опять не вышло. И они потеряли. Гранату слили, точку не взяли. Не, и это уже все. Это я понял. Иммунитет подорван. Победный. Вот они, их пулеметики. Я зайду с фланга. Если там есть еще один пулемет. Вот он, есть. У них есть еще один. Я тоже стреляю по снайперским отрядам. Поэтому вот этому. Давай, добиваем единичку. Отлично. Ах, убежит. Ну ладно, хорошо. Я минометик принес. Я принес миномет. Сейчас я буду им долбать. Снайперы дальше видят. Светить надо ими. Все будет хорошо. А, он тоже непростой. Сразу его унес пулеметик-то. Так, вот так. Раш. Быстрые самолеты. Миномет твой работает? Да. Давай этот опять зафигарим. У меня есть выстрел. Смотри, я не подряд. Смотри, сколько их там, этих самых. Есть! Есть! Еще халява. Там другой его прикрывает. Можно, да, я вижу, у них два. Видишь, вот даже здесь и второй здесь. Я сейчас по дальнему буду работать. А ты сделал миномет? Делаю. Ты отошел своими, я не вижу, куда стрелять. Я подошел, вот. Все, я подошел. Все нормально. Так, не буду я второй миномет делать, я один достаточно. Вот так вот, пошел гулять. Отлично. Но это до тех пор, пока они не сделали свои минометы. Их минометы намного круче. Они дальше бьют. Они сильнее даже бьют. У наших какой калибр? Я вот не помню, честно говоря. Ну, они сделаны по базе. По базе, да, американских. А эти сделаны чисто немецкие. 60 у нас. Отправлю захватывать лейтенантом. Видишь, где стоят? Чего ты говоришь? Я прозевал. Нет, ничего. Хочется кидать. Надо под этот этим, под самолет. Понял. Видел, понял, вижу, понял. Я понял, где. А вот еще пришел, смотри, это твой. Ты туда работай.
А я вот на этого буду работать. Никита любит, надо его проучить, чтобы он не спамил пулеметики. Он любит спамить пулеметики. Вот. Ты знаешь, если мы прорвемся сюда, построим здесь бафорс нагло. Тут, кстати, мы можем выходить в команду выйти. И еще сделать раш базы. Это когда. Вон, они сделали миномет. Мы можем. Раш базы сделать. Вылезать потом командосами из домиков. А почему вот это здание, оно ветхое? Специально, потому что, знаешь, оно какое-то баговое. Само здание, вот как в игре сделано, оно очень быстро, очень не убивалось вообще. Я сделал так, что просто меньше количество хп сделал. Так, нам надо уничтожить пулемет. То есть миномет этот самый. Он где-то там стреляет, и нас, как бы он нас не отмел. Я в команду ушел. Делаю снайпер. Надо кетон убить. Так, ты захвати тогда саперами. Хорошо. А кетон, 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 кетон. Я за ним пошел. Хорошо, останови. У меня просто ПТ ружье качаю. Ух ты, ух ты, ух ты. По центру будет сильно. Надо отступить немножечко. А у них там два миномета тоже, видишь? Я ушел в командос. Можешь тоже попробовать команды, дабл команды. Я взял, да, крена, чувак. Ага, вот они как раз снайперы у них тоже. Осторожнее. Ох ты, я куда ж ты мой миномет мой уйти ушел? Осторожно, осторожно. Лечилка с тебя тогда? Около твоей будем лечиться. Хорошо. Миномет мы накрыли. И твой сейчас накроют, если ты не уберешь. Что нам нужнее, патроны или топливо? Патроны. Патроны, если ты идешь, тем более во рту. Да и в команды там тоже yep. там. Ты в команды ушел, да? Да-да. Да, патроны, патроны, патроны. Мы можем снайпером вызывать эту самую арту. Сейчас я все. Еду в хату. И мы их там промучаем. Давай. Миномет есть, есть, подтаскиваем. Я свои слил. Их миномет стоит. Я свои слил. Я буду стрелять снайпера. Работать. Постреляем. Вы хотели пострелять снайпером, но постреляем. Там один МГ прикрывает все. На этой точке. Это точка их. Я туда не пойду. Ну что, давай два снайпера и погнали. Да. Где его делать, скажи мне. В машине. Все, появился теперь. Что это у него на голове? Шапочка такая. Смотри, лейтенанта береги. Ща. Как больно, убил. Это не их день сегодня. Вниз ты сходишь? Чего-чего? Да, надо сходить, да, пошлю, пошлю сейчас. Я в Матильду скоро выйду. Давай сделаем раш базы, раш зениток. Отстрельнем этих самых чуваков там и сядем на эти зенитки. И все. Пока не сделают второго снайпера. А из домиков будем командос вызывать. Но хотелось бы, конечно, одну пушечку-то сделать.
Вниз, вниз, кого-нибудь. Что такое? А, вижу, вижу, вижу. Отходи снайпером. Они сделали опять снайпера. У меня команда есть. Я сейчас вызову команду. И все. Ребята, давайте сюда мне своего снайпера. И ваши минометы мне сюда. Слушай, нормально пошло ее игра. Сыгрались, да? Смотри, вон у них снайпер еще один бежит. Снайпера я снял. Давай на зенитке, пошли быстрее. Вот на эти зенитки надо сесть. Где у них там снайпер, собака? Да, убил. Отлично. Давай из домика это зафигаривай туда прям. Вылезай из домика. Командосами и погнали. Где-то у них в маскировке ездят. Это херово. Это, могут... это доктринная вещь или как? Да, доктринная. Маскировки, значит, горно-егерская. Ух ты, я отрезал. Нехорошо. Так, я беру. Пошли на эти, на зенитки. Так, я сейчас все здесь. Зенитки какие там? А, эти вертушки, флаг 88. Осторожнее, осторожнее. Осторожнее. Пулемет, 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 не успеешь. Далеко кидают? Сейчас я уже сяду, подожди. Еще немножечко. Еще один выстрел. Еще один выстрел, и я его снимаю. Все. Штурмовики. Ну и пусть штурмовики. Нет, два отряда команд. Снайпер, лычку, вперед. И погнали. Вот он, раш британцев, который я тебе говорил. Ух ты, как он стрельнул тогда. Ты не слишком жестко там? Издеваемся уже. Ну
Так, сноси вторую зенитку и все. Да, смысл. Что-то у них не пошло просто. Ты разыгрался, включил какой-то скилл бога и мне все. Мне после первой игры стало очень привычно играть. Ты вспомнил просто Кох и все, да? Да. Все. О, нет, кстати, я больше всех набил.